ученики 32-го лицея пришли поздравить вас с наступающим женским днем 8 марта, пожелать вам счастья, крепкого здоровья, силы в борьбе со всеми проблемами, которые возникают в вашей жизни. Добрый девочка. Спасибо. Вы были всегда здоровенькие. Подарок. Хотим вам пожелать силы духа и воли в борьбе со всеми трудностями, которые возникли на вашем пути. Спасибо. Я хочу желать вам счастья, благополучия в семье и побольше положительной жизни. А скажи, это бывает так редко, когда ты находишься в таком учреждении и приходят такие приятные молодые люди, дарят вот такие чудесные подарки, сделанные своими руками. Конечно же, честно, слезы на глазах, приятно очень. И дай Бог всем вот в такую минуту и в такой праздник всем женщинам получить вот такие подарки. Для того, щоб привітати жінок з 8 березня, які знаходяться тут, ми вирішили з діточками підготувати таку акцію благодійну «Подарунок». І до цієї акції долучилися всі батьки, учні ліцею, вчителі.